Ребятушки, всем доброе утро, у кого как. Ну, сегодня наша ночь была ужасной, Сёма хныкал, очень часто просыпался, и он так прям плакал, как будто бы у него что-то болит. Я решила потрогать его зуб, и он так опух, клык, который уже немного прорезался, опять Сёма беспокоит, да. И вот опять мы в таком настроении сегодня проснулись. Я уже жду, когда уложу его на дневной сон, чтобы сходить в душ и хоть немного нормально проснуться. Потому что что-то... Не то, чтобы я не выспалась, но я так устала за эту ночь. Сёма так хныкал, и он практически на мне спал. Короче, когда уже все эти зубы вылезут, скажите, пожалуйста. Сём! Книжку тебе эту надо? Вот. Все, ничего. На, вот, на, мама тебе дает, на. Кто это? М? Свинья, да? Хрю-хрю, она говорит. Вот так вот начинается наш сегодняшний день. Опять с капризом. А, нельзя. Ну вот как? Да нельзя, этот папа на наушниках будет ругаться же. Ай-яй-яй, папа будет говорить, нельзя все мы их трогать. Тем более это опасно. Ты в рот засунешь наушники и все. А их нельзя в рот класть. Слышите это? Вот сосед что-то сверлит. У меня проснулся Семка. Проспал опять свой первый сон. Он уснул через 2 часа, потому что сегодня он опять себя как-то плохо чувствует. Да-да-да, про тебя говорю. Да-да-да-да. Капризный. И как-то он захотел спать, но, естественно, я не стала сопротивляться и уложила его через... Да, через 2 часа. Сама монтировала видео. Я вчера его начала делать про сон. И, ну, она уже вышла. Ой, надо объектив протереть, что он заляпанный какой-то. Вот, оно уже вышло для вас, для меня еще нет, вечером только выйдет сегодня. Но для спонсоров я его уже открыла. Короче, Сёма что-то вообще странно как-то себя ведет. Да. Ты, надеюсь, не заболеешь, малышек? Ты не заболеешь? Не надо, пожалуйста, за мою камеру лезть. Семён, перестань. Вот так вот, тут что-нибудь нельзя, но если их нельзя, ты потом возместишь ущерб маме. Да? Красиво ты ушел, Семён. Что хотела еще что-то сказать? Короче, сегодня день не день. Я, кстати, сходила в душ и сказала, или нет, пока Сёмочка спал, я его кладу в кроватку, уже более-менее он привык там спать и не просыпается даже вроде как. Но единственная у меня проблема, да вы, ну вы посмотрели уже, как я укладываю его, то, что он хочет трогать меня за волосы, либо за голову обнимать, и поэтому я его ложу с той стороны. Обнимашки, целовашки на тебя напали, ну давай поцелуй. Приходится с той стороны залазить мне, где вот там вот возле стены, где я сняла стенку с кроватки, и потом задвигать. Это, конечно, немножечко неудобно, но вот так вот. Пока что я не кладу его самого прям, я его уже кладу очень сонного, и если я отойду от него, то он начнет орать. Но я пока что так буду делать, как я вам показала в видео про сон, а потом уже посмотрим. Ну, наверное... Скоро начну делать так, чтобы положить его в кроватку и уходить, может быть. Надо будет как-то попробовать. Ну, естественно, не сейчас, когда у него опять это обострение зубов. Молодой человек, много еще зубов у тебя там на очереди? Да, кто сегодня так ночью плохо спал? Ой, мама плохо спала. Даже сегодня твой папа проснулся. Обычно Сережа вообще не слышит, что Сёма капризничает, и он проснулся. Ну, прям Сёма очень сильно больно ему, видимо, было. Да, пошли. Пошли. Давай, иди. Топ-топ. Давай, топай. Давай, иди к маме. Где мама?
Пойдешь? Он, когда он за ручку держится, у него бывает такое, что он прям не это. Ну, не напрягает ноги, типа, что напрягаться, если меня все равно держит. Иногда он встает возле дивана, отпускается, тянет ко мне руку, чтобы я его взяла. Если такое будет, то я вам попробую записать, просто камера всегда не под рукой. И он ходит вот так по кругу, за мою руку держится, ну, естественно. Но ходит он уже довольно-таки уверенно за ручку, да? Еще не улыбнулся, проспал 2 часа 40 минут. 2:40, вы представляете, вот это кайф. Вот это мама отдохнула. Но он очень капризно себя вел. Да, перед этим уснул где-то через, наверное, 4, через 3,5. Короче, видимо, отсыпался за ту ночь, за сегодняшнюю. Мы сейчас с Семочкой немножечко проснемся. Покушаем, да? И пойдем гулять? Гулять пойдешь? Чего? Ты на меня так смотришь? Ты такой смешной? На улице вроде как 10 градусов. Думаю, минут на 40 выйдем, да? А, как раз нужно до банкомата дойти. Что за кирпич у тебя вместо лица такой был? Да нет, нет, очень хорошая личка. Ребятки, мы так круто вышли погулять, что сейчас время 9 часов, и мы идем домой. У Семки уже скоро начнется сон. Мы, в общем, гуляли и решили зайти в гости к знакомой. Сейчас она рядом живет. И, блин, короче, классно посидели, сейчас идем домой. Вышли из дома мы в 6. Прогулялись, называется. Но ничего, все счастливые и довольны. Семка хорошо пободрствовал. И сейчас идем домой. Спадки ложится. Не знаю, сходит он в душ или он уснет у меня в коляске. Сейчас посмотрим. Я, наверное, сейчас с вами сразу попрощаюсь. Потому что, ну, ничего же, снимать, естественно, не буду. То, что приду и сразу влог монтировать, я что-то уже так это спать захотела. Но сейчас вроде на улицу вышла, взбодрилась и уже не хочется спать. Но все равно, ребятушки, мы с вами увидимся совсем скоро. Всех люблю, целую, всем пока-пока.